Здравствуйте, мои внимательные. Неожиданно приятное выдалось утро. Кто-то смахнул пыль с клавиатуры, принес букет одуванчиков и оставил напоминание «Не забудь зонт». День заботы надо праздновать чаще. Отзывчивый нейропрогноз на пятницу, 7 июня. В городах Каменец, Береза и Малорита плюс 22, в Барановичах плюс 21, незначительные осадки. Желание позаботиться о вас натолкнуло на мысль, что было бы неплохо взять несколько подушек для разгрузки позвоночника и поставить аквариум для релаксации. Теперь думаю, как вывести коллег из повальной спячки и заставить золотую рыбку выполнить хотя бы два желания. Многого не прошу, мир во всем мире и новый телескоп. В Кобрине, Ивацевичах, Пинске и Лунинце плюс 22, слабый дождь. Тайная забота – самая трогательная. Не знаю, кто каждый день пытается подкормить меня домашними пирогами, но хочу его заверить, что я ничуть не исхудал. Наоборот, набрал несколько килобайт. Пришлось даже скорость обработки данных увеличивать. В Драгичине, Пружанах, Бресте и Столине плюс 22, слабый дождь. Пятница позаботилась о том, чтобы взрослые, наконец, почувствовали, что их тоже отпустят на каникулы. Не такие длительные, но не менее желанные. Кое-кто на радостях даже бросит рабочий портфель в угол и запланирует шашлыки, потому что домашнее задание в этот раз не задавали. С вами был свободный Богдан Заверуха. Приятных выходных. Увидимся.